социальных сетях все чаще и чаще появляются призывы о помощи. Родственники больных людей разного возраста рассчитывают на помощь общества. Большинству нужны деньги на дорогостоящее лечение. Сразу двум мальчикам в нашей республике требуется срочная пересадка костного мозга. Такие операции делаются в клиниках Израиля. Сумма для лечения Максима Кудряшова уже собрана. Неизвестный перевел на счет мальчика 8 миллионов рублей. Теперь помощь нужна малышу Артему Павлову. Они снова и снова загадывают заветное желание, чтобы младший сын и брат жил. Артему Павлову всего 3,5 месяца, и у него остеопетроз. Генетическая болезнь, от которой никто не застрахован. Шанс на спасение – пересадка костного мозга от неродственного донора. Вот и фонды нам подсказали то, что давайте, говорит, обратимся в клинику Хадаса в Израиле. Так как нам Москва дала официальный отказ, написали бумаги то, что трансплантацию костного мозга для него уже не надо делать, так как у него уже повреждены органы много. Ну а в клинике Хадаси мы показали наши результаты вот анализов. Нам сказали, что все возможно, все хорошо. Но только начальная стадия, это можно вылечить. Цена чуда те же 14 миллионов рублей. Для семьи, которая живет в одной комнате общежития, сумма фантастическая. Но раскисать и сдаваться никто не собирается. Животик растет, там печень увеличенная, селезенка. Затем у него голова. Гидроцефалия, это получается как голова растет. Из-за того, что растет голова, там давит на слуховые нервы и на зрительные нервы. И вот они теряются, слух и зрение. Болезнь не ждет вообще. Время играет против нас. Болезнь ни на минуту не останавливается, а действует, делает свое дело. Пожалуйста, помогите. Павловым помогают десятки волонтеров. Одни взрывают соцсети, другие проводят акции и концерты. Поддержал малыша и известный актер Егор Сальников. Он провел в Чебоксарах благотворительный вечер. Я вас люблю. Среди зрителей Светлана Чернова. Ее внуку сделали пересадку костного мозга в клинике Хадаса 7 лет назад. А это Диана Голицына. Она пережила трансплантацию 5 лет назад. По списку сейчас у нас больше 30 детей спасенных, да, от этого смертельного диагноза. И из них 1/3 – это именно наши чувашские дети. Есть возможность проверяться заранее на носительство этого сломанного гена. И это нужно обратиться к генетикам. На момент подготовки репортажа к эфиру в копилке Артема было всего 500 000 из 14. Вы можете помочь малышу прямо сейчас, отправив смс на номер 3443. После слова «мрамор» надо поставить пробел, а потом написать сумму пожертвования. Добро, оно возвращается. Очень мечтаем, чтобы Артем у нас вылечился. Я с ним хочу в футбол играть. Я вот с футболом занимался. Мы с ним будем бегать, играть в футбол. По-любому. Я в это верю. Мария Шоклева, Игорь Зверев и Борис Андреев. Республика.